Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы посоветовать вам канал Enil Show. Это новый канал Тимохи Домино. Он снимает наш любимый Мазинги и не только. Снимает разные разговорные видео, делает стримы, поэтому, пацаны, ссылочка на его канал будет в описании. Обязательно подписывайтесь, давайте его поддержим. Ему совсем немножко осталось до 1000 подписчиков. Давайте поможем ему выполнить эту цель, апнуть 1000 подписчиков. Реально, просто годный канал, подписывайтесь. Повторю, ссылочка в описании. Давайте поможем ему набрать 1000 подписчиков. И смотрите. Мотивируем его, чтобы он почаще снимал серии и делал стримы. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня с новой серия. Заранее всем хочу сказать большое спасибо за поздравления. Кто не в курсе, у меня 22 июня был день рождения. И вы очень много людей меня поздравили. Реально было очень приятно, за это вам большое спасибо. Просто куча поздравлений, реально очень много. У меня еще такого не было. Я реально был очень рад и мне было очень приятно. Сегодня у нас будет новое видео, но перед этим я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазинхоли Плей. Ну что ж, пацаны, сегодня будет, я думаю, интересное такое видео. По названию ролика, я думаю, вы догадались. Сегодня я планирую работать 3 часа на дальнобойщиках без остановки. Ну, когда я буду отходить там куда-то, то я буду ставить просто таймер на паузу. Показывать, как я буду работать полные 3 часа, я не вижу смысла, потому что я не думаю, что вы будете смотреть видео, которое идет 3 часа. Даже если в ускоренном виде, это будет очень долго. Поэтому я сейчас еду на заправку, заправляюсь, засекаем время, я начинаю работать и потом уже, когда я отработаю 3 часа, я вам покажу, сколько я заработал. Скилл у меня получается 49. Я у вас спрашивал идеи, что не поснимать на Мазинге, и кто-то написал, чтобы я снял, как я работаю на какой-то рабочий час. Но я решил пойти дальше, я буду работать 3 часа. Также хотел бы напомнить, что у меня есть свой инстаграм, поэтому, кому интересна моя личная жизнь, что я делаю вне роликов, советую всем подписаться. Ссылка на мой инстаграм будет в описании. Ну что ж, фуру я, получается, заправил полностью, вот, 99% у фуры. Теперь осталось положить все деньги в банк. Вот, у меня 700 374. Короче, нужно положить деньги, чтобы мы узнали потом, сколько я заработал. Да, я буду заправляться, но, как бы, это тоже считается, по сути. Давайте положить деньги и ложим 700 374. Все, у меня денег теперь вообще нету. Я буду работать чисто на фуре своей. И заправляться уже за те деньги, которые я заработаю в течение 3 часов. Я думаю, это все понятно. Итак, время сейчас 9:18. Я сейчас ставлю на паузу, пойду скачаю на телефон таймер и уже начнем. Все, я, короче, скачал таймер, уже выставил на 3 часа. Время сейчас в игре, ну вот, сбоку можете посмотреть, 9:25. Это время, которое у меня настоящее в жизни. 9:26 уже. То есть, примерно в час дня я должен буду закончить, потому что я там могу отойти куда-то. Но таймер я буду ставить на паузу, чтобы именно я отработал ровно 3 часа. Поэтому все будет честно, и мы узнаем, сколько я заработаю на дальнобойщиках за 3 часа. Мне, честно, самому интересно, потому что я это не проверял. Это может быть по-разному, это зависит в основном от рейсов, но я думаю, все-таки эксперимент это нужно провести. 3 часа работать на дальнобойщиках. Я надеюсь, что вы уже поставили лайк, потому что это будет очень прикольно. Все, пацаны, я включаю таймер на телефоне и поехал уже брать свой первый рейс. Увидимся с вами уже через 3 часа. Ну что ж, прошло уже 3 часа с того момента, как я начал работать. Я делал небольшие перерывы, там покушать ходил, но таймер я оставил всегда на паузу. И когда меня крашило, я тоже таймер ставил на паузу. Сейчас осталось до минуты 0.3, поэтому я решил не буду брать рейс, потому что за минуту я никуда не доеду. Поэтому решил уже начать отсюда. Сейчас перед вами появится скриншот, я специально его сделал, чтобы посмотреть, какой у меня был скилл и сколько у меня было рейсов. Теперь я пишу G-Skill, получается, и у меня 68 рейсов из 69. А по-моему, когда я начинал первый рейс, у меня было 26 из 69, поэтому я сделал примерно около... 42 рейса я сделал, да, получается? Да, 42 рейса я сделал за 3 часа и заработал 713 тысяч. Заправлял я свою фуру 3 раза, то есть это примерно 50 тысяч ушло именно на бензин. Поэтому, пацаны, вот такие вот дела. Я думал, на самом деле, получится чуть больше, ну где-то 800, там, может быть, даже миллион, но получилось всего лишь 700 тысяч. Ремки я не покупал, я только деньги
деньги тратил на бензин и все. За 3 часа я заработал на 49-м скилле за 3 часа 700 тысяч. Ну, я считаю, что это довольно-таки неплохо. В час я зарабатывал около 220 тысяч, где-то 250 тысяч в час я зарабатывал. Ну, особо рейсы были такие себе, там бывало, что были рейсы по моему скиллу, там 47-го скилла там и так далее. Но в основном были такие рейсы там по 10, по 15 тысяч, поэтому все зависит еще не только от меня, но и от количества нормальных рейсов. Меня примерно около 5 раз крашило. Ну, да, пацаны, меня что-то так часто крашит. Это перед PDM там крашит. Либо если там поработаешь полчаса, тоже бывает крашит. Но меня за 3 часа крашило около 5 раз. Ну, я, конечно же, ставил на паузу таймер, когда меня крашило. Я перезаходил, заходил в игру и включал таймер. Короче, вот так я делал. Давайте, я думаю, починим фуру, потому что все-таки на ней я много наездил. Я считаю, что можно, в принципе, починить фуру, потому что, как бы, она бензина хавает больше, когда целка вот такая вот. Поэтому сейчас давайте заедем в СТО и починим немножечко целочку, чтобы она была 90 хотя бы. Так, вот ремонт у нас, капитан для ремонт, и 500 тысяч мы тратим на ремонт фуры. Нужно ее починить, потому что на бензина жрет, а так мне бы бензина хватало на больше. Ну что ж, пацаны, это еще не конец видео, потому что в этом видео я куплю еще несколько машин. Для чего, я пока что не знаю. Либо я с них просто сниму номера, либо разыграю, либо еще что-то сделаю. Пока что я не знаю, но я хочу их купить. Вот такая вот морковочка R3 тройки, в принципе, ее я хочу купить за 1.3. Вот, он мне уже кидает, принять, все, я ее себе купил. Делаем тайм, смотрим кар. Да, вот она появилась у меня, Toyota Mark 2 с номерами ARR 3 тройки. Давайте посмотрим, госк у него 750 тысяч, 3-й. Ну, мы потом и переделаем, короче. Это не важно. Все, так, теперь следующая тачка у нас получается. Это Шаха. На номерах РВУ 3-6, но насчет ее мы еще не договорились. Так, пацаны, короче, насчет Шахи не получилось. На Шахе номера там рву 3 единицы, но он сказал, типа, позже. Но позже я не хочу, поэтому появился другой вариант. Это четверка на номерах 3x607. Здесь, кстати, полный тюнинг есть, объем без забака 65. А, только улучшения бака нету и все, а все остальное есть. За 500 тысяч сейчас я эту малышку заберу. Я не знаю, зачем я покупаю эти машины, ну, просто, наверное, разыграю их, либо какую-то машину себе оставлю, либо какому-то рыжику подарю. Не знаю, короче, пацаны, просто покупаю эти машины, непонятно зачем. Все, мы приехали в нотариус, он мне кидает за 500 тысяч. Все, покупаем, делаем тайм. Я не знаю, может быть это дорого за четырку, 500 тысяч на таких номерах фуловую. Ну, хотя, мне кажется, нормальная цена, типа. 300, 500, эта цена нормальная для нее будет. Я за 500 купил, я не жалею, в принципе. А получается, Mark 2 я купил за лям 300. У него тюнинг, я не знаю, какой там стоит, но номера у него прикольные, поэтому я его и купил. Все, пацаны, я думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Просто ставьте лайки, обязательно. В этой серии я поработал дальнобойщиком 3 часа. Потом что еще сделал? Я купил 2 тачки. Не ленитесь, подпишитесь на канал, поставьте лайк, подписывайтесь также на мой инстаграм. Ссылочка на него будет в описании, потому что там выходят видосики живые, мои фоточки там и так далее, чем я занимаюсь вне видео. Поэтому, кому интересно, просто перейдите, подпишитесь, вы не пожалеете. Все, всем пока-пока.